Здравствуйте! Приготовить шоколадные конфеты трюфели по этому рецепту очень легко. Все, что для этого надо, это любовь к шоколаду. Измельчаем 200 граммов шоколада и растапливаем его на водяной бане, все время перемешивая. 100 граммов сливок, не менее 30% жирности, доводим до кипения, делаем маленький огонь и кипятим 2 минуты. Снимаем сливки с огня, остужаем сливки и шоколад до одинаковой температуры, приблизительно 40 градусов Цельсия. Постепенно добавляем сливки в шоколад, постоянно перемешиваем и продолжаем мешать до получения однородной массы. В смесь сливок с шоколадом при желании добавляем 1 столовую ложку коньяка или рома. Все перемешиваем, у нас получился ганаш. Отставляем ганаш в сторону на 1 час, ганаш должен слегка загустеть. Через 1 час перекладываем шоколадную массу в кондитерский мешок. Другие рецепты изделий из шоколада вы можете найти на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf. Вдохновения вам и удачи! Выдавливаем на бумагу для выпечки или целлофан шоколадные конфеты. Отправляем на полчаса в холодильник. Через полчаса вынимаем шоколадные конфеты из холодильника и обсыпаем со всех сторон порошком какао или кокосовой стружкой или измельченными орехами. Выкладываем трюфели в конфетницу и подаем к столу. Приятного чаепития!